How do you say okay in Russian? Которые сейчас
вам ответ, потому что обмениваясь опытом, мы преследуем единую цель, да, развитие малого и предпринимательство тех людей, которые являются, по сути, двигателем экономического роста. Хочу отметить, что в рамках такой работы мы недавно оказали поддержку предпринимателям, пострадавшим в городе Белорусске. Такое решение было принято, есть соответствующий указ президента. Полагается выделить около полумиллиарда рублей. Беспрецедентный шаг. Но и случай тоже беспрецедентный. Поэтому мы рассматриваем все формы поддержки не только бизнеса, но и самих людей, которые в бизнесе занимаются. So we will do a little bit of that. I'd like to do a collaboration with the FDA. Just glad you have to be with the FDA. SBIC, yes. There's been good to follow. But I've been to Korea many times. So it's how dedicated I am. See you again. Come to have me then. Грузопотоков производителя, в данном случае грузовладельца. Это совершенно неправильно, но, к сожалению, это жизнь. Новая экономическая эпоха, на самом деле, требует изменить подход к формированию рынка транспортных услуг. Я сейчас говорю о России. Вот. И более того, необходимо формализовать как законодательную норму рыночное понятие, что параметры качества транспортных услуг. Это противонность, вес и параметры неделимых единицы товара или транспортного средства, конкретная упаковка, палета и так далее. И гарантированная ритмичность объемов поставки по временных параметрам. Именно этот параметр является основным критерием расчета складских запасов в днях, обеспечивающих надежное функционирование производственного или торгового цикла. Это основные параметры качества услуг транспортной индустрии, имея в виду, что другие параметры качества, ну, допустим, сохранность, безопасность и так далее, являются общими. Thank you very much. Well, now I can close. But before that, could I just ask Roshi again about you? You have any information on the Telesong on Sunday? So Telesong start at 9 o'clock on Sunday. So just to go for confirmation. Yeah. So. I hope we can see many of you at Telesong 2, start from 9 o'clock on Sunday. So, see you again then. So, with this, I'd like to officially close. Roshi, you have the floor. Thank you, Chair.